В Восточном Казахстане готовят к зиме самую протяженную в республике автодорожную сеть. В регионе прогнозируют сильные метели. В горные районы переброшены 90 снегоочистительных машин. Сооружены пункты обогрева. Затраты на зимнее содержание 12 тысяч километров областных и республиканских трасс в регионе в этом году возросли на 15%. В региональном бюджете они прописаны отдельной строкой и составляют 1 миллиард тенге. На эти средства уже закупили 2 тонны противогололедных материалов и 370 тонн горюче-смазочных материалов. С автодорожными компаниями заключили договоры на аренду 200 единиц тяжелой спецтехники. 322 миллиона выделяется на содержание областных дорог и 655 миллионов тенге – это уже на содержание районных и внутрирайонных улиц. На сегодняшний день у нас во всех производственно-дорожных участках организован дежурство ответственных лиц, утверждены графики дежурства.